Друзья мои, завершился еще один год. Год 2011. Помните, как это было? Сначала к нам очень долго не могла прийти весна, и многие из вас совсем было упали духом. Затем наступил жаркий и солнечный май, и я передала вам большой привет из далекого Стамбула, с самой границы Европы и Азии. В июне вы с гордостью поздравили меня с благодарностью, которую от лица японского народа выразил мне посол в России Масахару Кона. А через несколько дней впервые услышали постскриптум. Вы аплодировали мне в мой день рождения, стоя перед самой сценой и скромно сидя в глубине зала, где можно было остаться незамеченным. В августе мы вместе отдали дань памяти настоящему пилоту и замечательному человеку Игорю Ткаченко, выразив ее двумя словами «Ничего себе!». И, наконец, в ноябре вы получили долгожданную и давно обещанную мной куклу на японском – The Doll. Спасибо вам за то, что вы были со мной весь этот год. В Петербурге, Вене, Уфе, Праге и Зальцбурге. А сейчас закройте глаза и загадайте желание. Загадали? Теперь открывайте. Только не говорите мне о нем, иначе не сбудется. А мне бы этого очень не хотелось. Пусть это будет то, о чем вы мечтали. То, что вы не успели или не смогли сделать в уходящем году. Будьте счастливы. Будьте со мной и дальше. С новым 2012 годом. Всегда ваша Эллен Чавес.